గురవే గౌరచంద్రాయ రాధికాయిస్తదాలే కృష్ణాయ కృష్ణభక్తాయ స్తద్భక్తాయ నమో నమః. బద్ధే విచంతే భక్తి మూర్ఖమావస్తై శృతి యత్కృపాత్వమహం వందే శ్రీ మదన గోపాలకం ప్రభు. జయ గో జయ నితాయ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి. మోస్ట్ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఇంటిమేట్ కింకరి, సమయ బ్లీస్కై కింకరి, మంజరి ఆఫ్ శ్రీమతి రాధారాణి, మంజరి శ్రీమతి రాధారాణి, రతి మంజరి, రతి మంజరి, నౌ సేస్ ఫీలింగ్ సెపరేషన్, сейчас она испытывает разлуку, ఫ్రమ్ స్వామిని, от స్వామిని, శ్రీ కిషోరి, శ్రీ కిషోరి. Because of that separation of viraha, из этой разлуки, из этой вирахи, потому что из этой разлуки, из-за вирахи, he merged deha, shiddha, na shadhaka deha, своей садхака дехи, она сливается с ситха дехой. And he is praying to Srimati Radharani, и он молится Srimati Radharani, он рыдает в разлуке со Srimati Radharani. Он very intimate seva. Жаждет обрести севу, очень сокровенную севу. There is various kind of seva. Есть разные виды севы. For yugal. Для служения югалу. Cooking. Decorating kunja. Украшение кунжи. Arranging their meeting. Для их встречи. Plucking flowers, making garland, собирание цветов, изготовление гирлянд. And so many. И так много всего. But for what the manjaris? Но для чего манджари? They really attached. В действительности. With their seva. Так привязаны к этой севе. That is for all those seva I just mentioned. No. Для всей этой севы, которая была обозначена, нет. That seva is there helping in the intimate pastimes of Sri Radha Govinda. Их сева организовывает самые близкие сокровенные встречи Радха Говинды. Because that seva is connected. Поскольку эта сева связана with them also. С ними также. What is the connection between Srimati Radharani and the Manjari? И какая же связь между Srimati Radharani и Manjari? And it is said. И говорится. The sambandha is tadatma. Что самбанда это тадатма. 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 That means. Тадат значит их mind, сердца, умы. Maybe physically they are separated. Может быть, физически они разделены, но сердцами и умами они единое целое. Very nicely described about their хорошо описывается relation. О их отношениях. If we just imagine Srimati Radharani is the creeper. Если мы можем только вообразить, что Srimati Radharani является деревцем Кришна Премы. Then the manjaris. Тогда манджари. They are the flowers. Они являются цветочками, фруктами этого деревца. When? И когда? By love. How we are taking care of the plants?
как мы обычно заботимся о растении? We are taking care of the plants, and then we can see the flowers are more beautiful. Мы поливаем растения, и со временем цветы становятся очень красивыми, плоды становятся более сладкими, если мы правильно заботимся об этом растении. So if если Шримати Радхарани she got some pleasure, получает какое-то удовольствие, she got some care, everything will show to the manjaris. То все это обращено к манджари. One can say, если, how Shrimati Radharani если посмотреть is Shrimati Radharani is okay? На Шримати Радхарани и на манджари, можно посмотреть, если посмотреть, в каком состоянии находится Шримати Радхарани, в таком же настроении и состоянии находится манджари. Это и есть тадатма. Это такая же тадатма между Кришной и Шримати Радхарани. Это единство сердец. Настроение, сознание. Что говорится о самартхарате? Канчит вишешмаянта шамбхоге чаяявита раттья тадат мамапанья ша самартхети бханьяте самартха. Самартха. That means able. Это значит? Able for what? To offer highest pleasure, highest sukha to Krishna, only they can. Who? Shrimati Radharani. And? Это доставление удовольствия. Shakhi Sandamanjaris. Shrimati Radharani. Brahma Shakhi Nitya Shakhi. И кто это делает? Это делает манджари и Брахма Шакхи. How they can? Как они это могут делать? Because if I want to get поскольку some pleasure если, from если я хочу получить one, какое-то удовольствие от кого-то, he must know about me, они, about my life. Он должен знать о том, что мне нравится. Then he can satisfy и or тогда he can satisfy он скажет, сможет доставить мне удовольствие. It is not enough to know what I like. Недостаточно просто знать, что мне нравится. Also, it must be there it is very important. I like some things in that way. И очень важно знать то, что мне нравится что-то определенное в So how Krishna likes and what Krishna likes? И что Кришне нравится и как, манджари, и как ему это нравится? И манджари не нужно спрашивать Кришну. Because through Radharani they know everything. Через Шримати Радхарани они все знают. Shri Krishna and Shrimati Radharani, their relationship is tadatma, that means их their heart is one. Отношение тадатма, это значит их the mind is one. Сердце одно. And их умы единое. Shrimati Radharani и манджари, их отношение также тадатма. So through Radharani, через Shrimati Radharani, all the manjaris, they know how to satisfy манджари знают, как достать удовольствие Кришне. What Krishna want and что how? Кришна хочет и как. That's why they are able. Поэтому they are on the stage of samartharati. Samartha means able to do something. Достигают положения самартхарати, которое обозначает раттья тадатма мапанья что-то делать, совершать. They are not thinking about their own satisfaction, они не думают о своем удовольствии, о своем наслаждении. Они не ищут этого удовольствия. Но они желают доставить удовольствие Кришне высшим образом. И они пытаются это делать совершенным образом. Но все all their seva, все их служение to Krishna, through Shrimati Radharani, not direct to Krishna. Направленное к Кришне идет не напрямую ему, а через Шримати Радхарани. And the love
и нравится to be with Srimati Radharani, быть с Шримати Радхарани в этом месте. Not so far, very near to that Раганикунджа, быть рядом с этой Раганикунджей, где Шримати Радхарани с Кришной проводят близкие любовные игры. Very secret pastimes. Очень тайные игры. And some of them, и некоторые they have such kinds of из них with Srimati Radharani, обладают, такие, обладают такими отношениями со Шримати Радхарани, что они не только получают наслаждение, также они получают определенные знаки на своих телах. То, что произошло с Рупа Манджари. Рати Манджари заметила эти укусы на губах Рупа Манджари, оставленные Кришной. На самом деле это произошло со Шримати Радхарани, Кришна. Ее губы в любовных отношениях покусал, а эти укусы проявились затем на губах Рупа Госвами. To get direct Rupa pleasure Manjari. From Krishna, to get direct pleasure from Srimati Radharani. What is their pleasure? В чем наслаждение Манджари? Получить наслаждение от Шримати Радхарани, от Кришны, в Чатупуш Манджари, Шри Рупа Манджари, Шрила Рупа Госвами. She prayed to Srimati Radharani. Молится Шримати Радхарани. В очень, это стотра очень прекрасна, Чату Пушпанджали. Там шадху мадхви пушпайр мадхви накалавида. Прашадху манам шиддам кибиджайшам хукада. Гели бистрам шино бакра кеша шашундари. Шамашкарма йокада деви джанами тати дакшаси. Калабимвасти тамбулам мая тавамукхам муже арпа мана праджадхиша шнурадхиддха бхакшаши Мраджараджа кумара валлаха кулашиманта вани прасидаме Паривара ганушатте ятха падаве мена давиаши бхавет Карунам хураттхай парам тава бриндавана чакраварттини Опи кешире порджая бхавит шачату прартхана бхаджананджанаха. Хе Радхе. О, Радхе. Please allow me. Пожалуйста, позволь мне. Allow for what? Позволь что? I want to see all those sacred pastimes. Я хочу увидеть все эти тайные игры. During my seva. В течение моей севы. During my show. В течение моего служения. You know what is my pleasure, Radhe? Ты знаешь, в чем мое удовольствие, о Радхе? My pleasure is that I want to see. Я хочу увидеть. I want to be there on Я that хочу быть здесь, в этом месте. When Sri Krishna will serve you. Я хочу увидеть, как Кришна начнет служить тебе. Когда Шри Кришна проявит свою жажду служить тебе. How? И как? Радхе. О, Радхе. Maybe after your meeting with Krishna. Может быть, после встречи с тобой. You are sweating, and Krishna, he wanted to serve you. Кришна будет проверять желание служить тебе в то время, когда ты будешь испытывать испарину. Кришна обратится ко мне и скажет, принеси мне чамару, панку, и я пойду и принесу панку, чамару и предложу ее Кришне. И Кришна начнет омахивать тебя. Or sometimes maybe Krishna will ask, oh, Rupa. Иногда, может быть, Кришна скажет, о, Рупа, принеси. Srimati Radharani is waiting. Принеси полотенце к Шримати Радхарани.
испытывает. So I'll bring that cloth and Krishna will do everything. Ей жарко, я хочу вытереть ее испарину. Just after your sacred pastimes. После твоих сокровенных игр. Everything will be disorder. Все будет, ваше место игр будет находиться в беспорядке. Because both of you. Поскольку вы вдвоем. You don't know. Не знаете. What exactly you are doing. Что вы на самом деле делаете в своих сокровенных любовных играх? Вы не обращаете внимания. But we, all the Manjari know that. Но мы. Only to see that. Знаем. Что с вами, we can imagine что с вами происходит? What exactly happened between you. Мы на самом деле you and Krishna. Поражены, что происходит между вами, между so тобой и Кришной. И все на вас приходит в беспорядок, волосы растрепаны. Мы так прекрасно украсили твои волосы разными цветами, very beautiful garlands. Разными. We'll dress you very nicely. Мы одели на тебя прекрасную гирлянду, мы одели тебя в прекрасные одежды. But after your pastimes, но после ваших игр, sometimes you know, ты знаешь, иногда we are really surprised в действительности to see that. Мы удивляемся, oh, что происходит с вами. Before your meeting, перед вашей встречей we offer you that blue sari. Мы одели на тебя голубое сари, но в конце вашей встречи ты подозвал меня, и мы обнаружили, что на тебе совсем другие одежды. Голубое сари одето на Кришне, а его одежды на тебе. Мы удивляемся, как это произошло. All the bed and kunja. Ваша постель и вся кунжа. Again, we have to rearrange everything. Вновь мы должны все украсить. Also, the red lac. И также красная окраска. Which is красный лак. Very strong. Который очень такой. To just clean red lac, it is not so easy. Не так легко стереть красный лак. But just after your meeting, how it happened? После вашей встречи мы не знаем, как это произошло, как он стерся. It will be completely. Он полностью erased from there. Стерся. So we can imagine, Radhe. Мы можем только вообразить, Радхе, как же все это произошло. So again we have to manage. Вновь мы должны все здесь прибрать. Again we have to manage. Again we have to кунжу, decorate your hair. Украсить твои again волосы. Again we have to dress you nicely. Вновь мы должны тебя again, одеть. Again we have to clean all вновь your body. Мы должны. So everything new. Украсить твое тело. Radhe. Мы должны все обновить. Sometimes Krishna also wants. Радхе иногда. Кришна иногда serve you, like так, us, так же хочет like служить тебе, как и мы. Yeah, desire is good. Это хорошее желание у него. His dream. Это его мечта служить you know, тебе таким. The main dream ты знаешь, Радхе, самое большая мечта у Кришны – это служить тебе, like us, так же, как и мы, to decorate your hair, украшать твои волосы, to dress you, одевать тебя, to offer you flower garlands, предлагать and flower тебе цветочные гирлянды и украшения, to decorate all over your body, украшать все твое тело, and red lac also, и также наносить на твои лотосные стопы красный лак. And we appreciate his desire, и мы his dream. Очень довольны, so, как его мечта воплощается. Many times много we раз Krishna to do that. Мы разрешали Кришне это делать. Radhe, о, Радхе, that is my dream. Это есть мой сон. I love that scene when after that meeting, мне Krishna will try to decorate. Нравится, как because only Manjari can decorate Srimati Radharani nicely. Как Кришна пытается украсить Srimati Radharani. Better than anyone. Да, но на самом деле у него это не получается, поскольку только Манджари. We appreciate Krishna's desire. Эксперты в этом. Никто не может украсить Srimati Radharani как Манджари. Мы довольны, so тем, что Кришна trying, пытается украсить. He's trying daily Visram Vishnu Bakra Kesha.
You know why? Why it is so difficult? Ты знаешь, почему так тяжело для него? Because your hair is very curly. Поскольку твои волосы очень такие. To control and to arrange your hair, it's not so easy. Очень сложно украсить. Твои волосы и сделать красивую прическу. А как Кришна это может сделать, если для нас это сложно? Но нам очень нравится, как Кришна прилагает усилия, пытается это сделать. Krishna is trying to decorate your hair. Кришна пытается украсить твои волосы. He will ask Orupa, он спросит Орупа, принеси мне какие-то цветы. So I'll bring Я принесу some flower. Цветы. Various kinds of flowers. Разные цветы. Various colored. Разных цветов. So Krishna will try to И Кришна decorate by the flowers. Начнет пытаться украшать Radhe. Волосы цветами о Радхе. I love to see that. Мне нравится. Кели Висрамшна Бакро Кеша Сундари Шамашкара Йокрадеви Джанавита Нидакшаши. Sometimes it's happened. Иногда это Many происходит. Много раз это случалось. Maybe all the planetary systems, Может they быть, are waiting вся планетная система to have ждет. One very small part of Krishna's Mahaprasad. Маленькой частички Махапрасада Кришны. Everyone wants. Каждый хочет. Махапрасад от Шри Кришны. Получить Махапрасад Шри Кришны. Но Радхе. You know. Ты знаешь. Krishna wants. Кришна хочет получить твой прасад. And most of the time, и больше количества ты не разрешаешь Кришне принимать He твой прасад. Он хочет его получить, but он пытается его получить, но ты you never allow Krishna. Не so разрешаешь Кришне брать something. Твой прасад. Naughty, very naughty. Но Кришна иногда очень ведет себя капризным образом. Может быть, я предложу тебе тамбулу? When you are alone, когда ты одна. Just after Krishna left, и после того, как Кришна уйдет с этого места. You are very happy, you are very satisfied. Ты очень довольна, счастлива. So, to see your mood, I offer увидев твое настроение, я предложу тебе камфору и тамбулу. And you'll start to chew it. И ты начнешь жевать. But after 2-3 bite. Но после 2-3. Krishna. Пережевывание Кришна узнает. That maybe I offer some food or some tamula to you. Что я предложу тебе какие-то угощения там. So Krishna didn't go anywhere. Кришна на самом деле не уйдет далеко. Он He was there. Он здесь, он притаился в сторонке, спрятался. И когда ты начнешь жевать тамбулу, Кришна подойдет к тебе резко и резко выхватит у тебя изо рта тамбулу ловким манером. Радхе. I love to see that scene. Мне нравится видеть это. When Krishna will do that, когда Кришна это сделает, not only me, all the mandarins, не только я, все they love to see that. Им нравится видеть это. So, Radhe, о, Радхе. That is my prayer to you. Это моя просьба тебе. Браджараджа Кумара Валлабха Кулашимантамани Прашидами. Please be merciful. Пожалуйста, будь милостивым. And that mercy must be very special. Эта милость должна быть очень особенной. Паривар ганаша те ятха падаби мин адаби аши бхавет. By your mercy. Благодаря твоей милости. By your mercy, I manage all my bad qualities. Я избавился от всех плохих качеств. Шадхака, сейчас садхака Шри Рупа Госвами, он молится Шримати Радхарани. I know. Я знаю.
If I have desire, если у меня есть желание, external desire, внешнее желание, материальное желание, if I have any bad qualities, если у меня есть какие-то плохие качества, then I cannot engage myself to your тогда service, я не смогу занять себя служением тебе. О, рады. Сейчас я. I'm ready. Я готова. Only I need your mercy. Я нуждаюсь please только в твоей милости. Пожалуйста, позволь мне. There, in your big family. Стать членом твоей большой семьи. What do we mean of the bishop of it? Please allow me to say that. Пожалуйста, позволь. I'm a family member of your big family. Увидеть мне, что я стал членом твоей большой семьи. That is the mood of Srimati Radharani. Это и есть настроение Шримати Радхарани. They love to see that. Ей нравится видеть это. They are not happy to see Krishna satisfied. They are not happy. Their pleasure is not to see Srimati Radharani or Krishna satisfied. Their happiness, their pleasure is when they will play to each other. Им нравится созерцать, когда они играют друг с другом, with когда each other, Ардарни с Кришной Радха, Говинда, наслаждаются друг другом в играх. Jugal Kishore, that time, в это время, to see all those pastimes as a part of that event. As a part of that event, that is their satisfaction, that is their pleasure. Это их и есть их удовольствие стать частичкой этих игр. Это их мечта. Садхака Манджари, Сидха Манджари. Or Садхака Дас. Или Садхака Дас, Сидха Манджари. Рагхунат Дас Госвами, with that mood. Рагунанда с Госвами в этом настроении Манджари. Now she is feeling separation from Swami. Сейчас он чувствует разлуку со Свами. So what is the pain is there? И в чем здесь боль? Why? Почему? Рати Манджари. Рати Манджари. Туласи Манджари. Туласи Манджари. Feeling so much pain. Чувствует, испытывает боль. Because they have a relation Tadatmata. Поскольку у них отношения Тадатмака. So he is, if Rati Manjari or Tulasi Manjari is not with Srimati Radharani, Tulasi Manjari. If Srimati Radharani reject Rati Manjari or Tulasi Manjari, that means Rati Manjari now has no heart. Тогда, значит, у нее нет сердца. No mind. Нет. No ума, intelligence. Нет интеллекта, нет разума. Nothing. Нет ничего. That is their pain. Это и есть their heart is их not with them. Боль, и их сердце не, their mind is not with не them. Со Шримати Радхарани, их ум и ум и сердце не с ней, поскольку when Manjari, когда Манджари, Манджари, they'll never reject by Srimati Radharani. Манджари, never. Шримати Радхарани никогда не отказывается от Манджари. Because Srimati Radharani, поскольку Шримати Радхарани, she also loved them. Она также любит их. So much. All her manjari. Так сильно, всех манджари. More than her sakis. Более чем саки. Who has samasneha diga. That means same love for Sri Krishna and Srimati Radharani. So Srimati Radharani will never reject them. Srimati Radharani никогда от них не отказывается. That relation, because of that relation, Tadatmata. Но когда есть эти отношения, тогда they are always afraid about that. Они всегда напуганы. If Srimati Radharani will reject me, не откажется ли Шримати Радхарани от нас? Что тогда случится? If I'm not there with Srimati Radharani, если меня не будет со Шримати Радхарани, how I'm alive? Как я смогу ожить? Without Srimati Radharani, без Шримати Радхарани, I have no prana. У меня нет праны. Without her blessings, без without her mercy, благословений, без ее милости, I have nothing. Я ничто.
So every moment, каждый момент I want, я хочу her blessings, her mercy. Получать ее милость и ее благословение. I want to каждый момент я хочу быть задействованным в служении Шримати Радхарани. So that is their pain. В этом их боль. That they have no heart. Что у них so it's happening now нет сердца. И сейчас это случилось с Рагхунатхом Дас Госвами. Это значит с Рати Манджари Туласи Манджари. And when и когда she start to feel that, она начала испытывать это, so she's crying, она стала рыдать, катаясь по земле, shouting, всхлипывая, and praying to Srimati Radha, и молясь Шримати Радхарани. And that is Vilapa Kusumanjali. И это Vilapa Kusumanjali. И есть ее плач. So now we'll continue. Сейчас мы продолжим. Now the blessings to her. Сейчас Рати Манджари, she was Рати Манджари praying or offering her love, молится, to her Guru Manjari, и предлагает свою любовь Гуру Манджари, Шрили Рупи Госвами. So after puja, always we want после some того, blessings, после пуджи, mercy, мы всегда хотим получить какую-то милость, благословение от нашего Ишты, от нашего Гуру. When we'll go to Sri Gurudev, когда мы отправляемся к Шри Гурудеву, or when we are going to the temple, когда мы идем в храм и предстаем перед божествами, always we are asking for some blessings. Всегда мы просим о каких-то особых благословениях. О Гурудев, пожалуйста, благословите меня. We are praying мы молим to Sri Radha Govinda when о Шри Радха Говинда. In front of them the deities. Please be merciful to me. Пожалуйста, будьте милостивы ко мне. I want your causeless mercy. Я хочу твою вашей беспричинной милости. Every moment, каждый момент of my life, моей жизни. So always we want some blessings and we're waiting for them. Всегда мы хотим получить какие-то благословения. When that mercy, when that blessings, will realize, will feel in our life. Придут нам, мы почувствуем. Whenever we'll feel something good, чтобы мы не испытывали хорошее. That means that blessings. Это значит благословение. Я получил. But here, но здесь. Puja is different, completely different. Aradhana, puja, how Rati Manjari is doing, that is completely different. Not like all other puja. Она отличается от. Not like all other aradhana. Других пуж, других арадхан. Completely different. Она совсем отлична. И сейчас. The blessings also completely different. Также отлично. She mentioned. Она. About her Guru Manjari's greatness, она the highest position of all the Manjaris величие in front of Srimati Radharani, своего Гуру. Only to say this, only to describe this, величие, O Rupa Manjari, Manjari, I can see the love bite так on your lips. Увидев Рупа Манджари, я заметила which Krishna drawn on the lips of Srimati Radharani needs to appear to you. Который Кришна оставил на губах Шримати Радхарани, и которые проявились на твоих губах. Это говорит о том, что ты самая ближайшая Манджари, Шримати Радхарани, Шримати Радхарани, наша Свами. Поэтому это и произошло. Otherwise it was not possible. В другом случае это было бы невозможно. Because all the Manjaris, they are not поскольку getting that sign. Все Манджари, у них нет таких only знаков, you. У них не проявились такие знаки, только у тебя. So, maybe you are the most intimate. Это, наверное, говорит о том, что ты самая ближайшая of Srimati Radharani, that's why it's happening. К Шримати Радхарани, поэтому с тобой такое произошло. So, it was the prayer это была молитва and offering Shraddha и подношение to Shraddha Guru Manjari. And now к Guru Manjari. Guru Manjari. И сейчас Guru Manjari, she's blessings. Она how? It's also different. Listen, see. Оказывает свою милость. Брджендра басати стхале бибидха баллави шанкуле тваме варати манджари прачура.
пунно пунджадая. Виласа бхара виспурита. Пранай мекхала маргане ядадда. Нижа натхая бриджаси натхита кандару. The mercy is there. What is that mercy? Здесь и есть милость. В чем она заключается? We'll see what is that mercy. Мы сейчас увидим, в чем эта милость. We have to remember. Но сейчас мы должны вспомнить. Рати Манджари and Рупа Манджари, they are preparing Krishna to take him in front of Shrimati Radharani. Чтобы он предстал перед Шримати Радхарани. Krishna was unconscious. Кришна был без сознания в кунже, когда они обнаружили Кришну в таком состоянии. Рупа Манджари. She has seen their meeting, intimate pastimes. Она, that's why it's happened with Rupa Manjari. Она созерцала их игры в кунже. She enjoyed and she wanted to show all those secret and very, very sweet pastimes to her beloved, хотела поделиться со своей любимой Сакхи, Шри Рати Манджари. And she took Рати Манджари here. Рати Манджари в эту кунжу. When they have seen, there was no Shrimati Radharani, only Krishna was there. И они заметили, что в кунже нет Шримати Радхарани, только, and he was unconscious. Только Кришна лежит без сознания. He was unconscious and semi-paralyzed. Он был не только без сознания, он был как, как парализован. Krishna is hypnotized by the love of Shrimati Radha. Это было подобно тому, что Кришна был загипнотизирован любовью. And by that love now, и этой любовью сейчас, he is semi-paralyzed. He lost his control over his body. Из-за влияния этой любви он полностью потерял сознание и был подобно парализован во всем своем теле. Slowly. Но постепенно, медленно он приходил в себе. Still that reaction is there. До сих пор воздействие этого гипноза оставалось. When one will get paralyzed. Когда кто-то парализован, so suddenly you will not get full power. Он не сможет внезапно вернуться в нормальное состояние. After exercise. After so many exercises. Через какие-то усилия. Then slowly he will get back that power. В разных упражнениях, движениях он может постепенно вернуться к состоянию и начать like before. Двигаться, вернуться к нормальному положению. So still that reaction is there with Krishna. И до сих пор это состояние оставалось у Кришны. Парализованность. Рати Манджари и Рупа Манджари, они поняли. If we take Krishna in that way, how Krishna is right now, если мы оставим Кришну в этом состоянии, there all the sakhis also there with Shrimati, and now Shrimati is very proud. Все сакхи со Шримати Радхарани, и Радхарани сейчас гордится перед всеми своей победой над Кришной, и все сакхи. They will start to make fun with они Krishna. Начали подшучивать над Кришной. They will start to make fun. Oh, Krishna, what's happened? Oh, Krishna, что because случилось? Because already they got everything, all the news. Поскольку они узнали, узнали уже о всем, что случилось от Шримати Радхарани. That he was defeated. Они узнали, что он остался побежденным. So the sakhis, they will start to make fun with Krishna. Начали шутить над Кришной. But it's very painful, painful for the Manjaris. Но для Манджари это было очень неприятно слышать. It's very painful for the Manjaris. Они были очень огорчены. Then again, Shrimati Radharani, и тогда вновь that pride will grow more. Радхарани, ее гордость еще больше увеличилась. And everyone will start to dominate Krishna. И каждый by making fun стал about all those шутить над Кришной. There in the показывает свое превосходство над ним. Рати Манджари и Рупа Манджари. Рати Манджари и Рупа Манджари. They are preparing Krishna. Сейчас стали подготавливать Кришну, возвращать его
нормальное состояние, чтобы so everything вновь to make подготовить его к встрече с Радхарани. They decorated. Они стали Krishna. Украшать вновь Кришну. And advised, oh Krishna. И стали советовать Кришне, о Кришне. Be careful about the sakis. Будь осторожен. They will start to make fun with you саки. Because already они, they got this news. Они шутят. From Srimati Radharani. Смеются над тобой, поскольку они узнали все. So о, I think. Я думаю. You got back your intelligence. Что. And all your qualities. К тебе вернулся твой рассудок. И твои качества. Because you are very perfect. Поскольку about ты очень совершенен. How to manage by the words? Ты знаешь, как словами все вернуть. You are very expert about that. На место. Ты эксперт в этом. There is no one better than you. Никто не может лучше, чем ты. Who can manage everything может by tricky words? Разными ловкими словами tricks. Вернуться на место. So, please remember пожалуйста, вспомни all your qualities, that все свои качества, super qualities. Все свои способности, особые способности. So Krishna и Кришна again prepared himself. Вновь стал готовиться. And Rupa Manjari, Rati Manjari, и Рупа Манджари, и Рати Манджари стали okay. сказали, о Кришна, we hope now you are ready. Мы надеемся, что ты уже готов. Yes, Rupa. Да, Рупа. Я готов. So we hope. Мы надеемся. Do not make fun with you. We hope you will, you can manage. Что manage они уже не будут смеяться yes, над тобой, что ты все поставишь на место. So again, Krishna came back to his form. И вновь Кришна вернулся в свое прежнее состояние. He was paralyzed. Сначала был парализован, but now, но сейчас again, Krishna came back Кришна вернулся в нормальное состояние, в прежнюю форму. So he followed Rupa Manjari and Rati Manjari. Он стал следовать за Рупой Манджари и Рати Манджари. By the smell, body smell of Srimati Radharani. Чувствуя аромат he already got that. Тела Шримати Радхарани, Шримати Радхарани он, is very near. Он понял, что Шримати Радхарани где-то рядом, but he didn't но know он where she is. Не знал, где она находится. Now, Rupa Manjari сейчас Рупа Манджари и Рати Манджари, they are helping Krishna они помогают Кришне to be there. Приблизиться к ней. So Krishna entered in that kunja. И Кришна вошел в эту кунжу. Saki was ready Saki when they got готовы. That news. После того, как они узнали, что Кришна пришелся, Рупа Манджари сказала: «О Рады, now you are very proud about that. Сейчас ты так гордишься, что ты победила Кришну». And really, и в действительности Krishna still now in Кришна that до сих пор в этом состоянии и настроении побежденного. And rather he wants you right now. Хочет, so that's why he's searching everywhere. Он хочет встречи с тобой, поэтому он ищет тебя. They already got that news. Krishna is near. Они узнали, and что Кришна, Krishna will come. Что Кришна здесь рядом, и вот-вот. They are ready to make fun with Krishna. Они уже шутили, смеялись над Кришной. Because the sakis. Поскольку сакки. They also mukhara. Они также мукхара. What did you say? Mukhara. Что такое мукхара? Talkative. Yes. Это very talkative. Lalita, Vishakha and all other sakis. Это как and then they know how to dominate Krishna. Mainly Lalita is very expert about that. Лалита очень Lalita опытна very в, expert в том, about как that. Доминировать над Кришной. So как everyone was ready командовать Кришной. To do that. Они готовы были к тому, чтобы взять Кришну под контроль. Но Кришна уже вернулся в свою форму. В прежнее состояние, когда он вошел в эту кунжу, каждый был удивлен. О! Кришна и не выглядит таким, как описывал нам Шримати Радхарани. Он не выглядит, как будто побежденный, как будто пристыженный. He is not really paralyzed or hypnotized. Он вовсе-то и не парализованный, и не находится no, под гипнозом. Like
сейчас Кришна выглядит так, как обычно. But Radha said something. Но Рада нам тут рассказывала, two things happened, что две in same time. Вещи произошли в одно время. By the words of Rupa Manjan, what it is? One, the Sakis, they were ready по словам Рупа Манджи, to dominate Krishna again. Now the time. Сейчас подошло время. Now the time. Krishna is in problem. И у Кришны возникли проблемы. So now we can make fun with Krishna. Сейчас мы будем шутить над Now we can dominate him. Otherwise it сейчас is мы начнем... very difficult to defeat Krishna сейчас by words or by anything. Сейчас мы начнем подшучивать над ним, иначе невозможно его. He is very expert. Простыми словами его завладеть им. Он очень опытен. So now we have сейчас у нас есть шанс вновь пристыдить его. И в это же время ум Шримати Радхарани в уме она поняла, о чем Рупа говорит, что Рупа хочет сказать. Рупа Манджари, и подозвав ее Ставакамалини, silently she said, "Yes, Rupa, you are right." Тихо она сказала, да, Рупа, ты права. My beauty is only with Krishna. Моя красота только тогда, когда я рядом с Кришной. You are right. Ты права. Really? В действительности. I did a great offense against Krishna. Я совершила большое оскорбление Кришне. Only this word, Salakamalini, только это слово, Salakamalini. Now she is prepared to manage Krishna's mood. Maybe Krishna is not happy. Anyhow, I have to manage. Так или иначе, я должна организовать. Maybe Krishna is angry to me. Может быть, Кришна разгневан на меня. Because what I have done there in the Kunja. Поскольку что я должна сделать в Кунже? Maybe it was not right. Может быть, я не права. Maybe we can enjoy together. Может быть, мы не можем наслаждаться вместе. But that time it was like a great battle. Но в то время это было подобно битве. Great war of love for me. Это была большая. And that time only I wanted to defeat Krishna in that great battle of love. Победить Кришну на этом на этой поле битвы. And I did it. И я победил. I was succeeded. But maybe in love it was not good. Но может для любви это не хорошо. Maybe Krishna is not happy. Может быть Кришна недоволен. She is right. Rupa is right. My duty is Rupa, only with Krishna. Rупа права. Я красива. When только I'm тогда, next когда to Krishna, когда я с Кришной, then I'm beautiful. Тогда я прекрасна. When Krishna is with me, когда Кришна со мной, that time I'm happy. I'm satisfied. В это время я счастлив, я доволен. When Krishna is happy, that когда, is my pleasure. Когда Кришна доволен, это и есть мое удовольствие. That is not my pleasure to defeat Krishna. But I didn't know what's happened that time. How it's happened that time? Я не испытываю счастья, стремясь победить Кришну, но я не знаю, как произошло в то время. Now? Это. Шримати really Радхарани сейчас. She came back on her mood. Она вернулась в свою обычную состояние. Krishna came back on his mood. Она... Shrimati Radharani again came back on her mood. Кришна вернулся в свое состояние настроения, а Шримати Радхарани which is very loving for both обычное, of them. Которое, which is appropriate которое, for both of them. Которое обоим нравится и они. So it's happened. Sakis. They wanted to make fun with Krishna. Саки хотели подшутить. Again, they wanted to dominate Krishna. Вновь хотели доминировать. But at the same time, Shrimati Radharani, she wanted to хотела go to Krishna's lotus feet. Отправиться к лотосным ногам. She wanted to say something. Она хотела сказать что-то. That it was not good. It was not right. Что это не хорошо. Both Sakis and Shrimati Radharani both were waiting. И Шримати Радхарани ждут. Krishna entered in that kunja. Когда Кришна войдет в кунжу.
Только посмотреть на Кришну, Сакхи. All their desire, all their plan, все их желания, how to dominate, how to make fun with Krishna, все их планы from their на том, как доминировать над Кришной, которые были у них в сердцах и в сознании, они исчезли. Because Krishna was not look like Krishna, what Srimati Radharani said. Не выглядел так, как описывал Шримати Радхарани. Сейчас Кришна в своей обычной, в полной форме. So, Sakis, и Сакхи, they also changed their mind. Они также изменились в своем настроении. Шримати Радхарани хочет достать удовольствие Кришне. So, welcome, Krishna. Она пригласила Кришну и предложила ему асану. Кришна, пожалуйста, заходи. Кришна спрашивает, о Радхе, как ты можешь это сделать? How you can just leave me there? О Радхе, как ты можешь оставить меня здесь? I was completely unconscious. Я был без сознания. Как ты, but меня, when I opened my eyes, как ты меня оставил в таком состоянии? Когда я открыл глаза, тебя не было рядом. I was searching. Я искал тебя. But you are not there. Но тебя не было рядом. But you know, но ты знаешь, Rupa Manjari, Tulasi, they helped me. Они помогли мне. They helped me to come here. Они помогли мне прийти к тебе. Shrimati Radharani. Silently she said, "Oh Krishna, please forgive me." Объяснять. Forgive me. Кришна, прости меня. И Шримати Радхарани. She look at the Sakis. Oh Sakis. Посмотрел на Сакхи. О Сакхи. Try to make Krishna happy. Пожалуйста, сделайте Кришну счастливым. So Sakis, they start to dance. Попытайтесь его осчастливить, и Сакхи стали танцевать, празднуя, что Радха Говинда сейчас вновь вместе. Both of them seated on the very nice place. Каждый из них сидел Both of them there are looking. На прекрасном украшенном месте, они выглядели прекрасно. Sakis, и Сакхи they wanted to dance with Srimati Radharani. Захотели танцевать со Шримати Радхарани. They invite Они пригласили Урадхе. Станцуй с нами. All of us все мы will show our dancing to Krishna. Хотим показать, как мы танцуем Кришне. Krishna said, Кришна сказал, Сакхи. Now you should take some rest. Сейчас вы должны отдохнуть. Now Srimati will dance. Сейчас Шримати пускай станцует. Now Srimati will dance. Сейчас Шримати будет танцевать. Рады. Please. Пожалуйста. Srimati start to dance in front of Krishna. Стала танцевать перед Кришной. All the Sakis. Все Сакхи. They are helping. Они some of them they are playing instruments. Они стали помогать. Некоторые стали singing. Играть. Some of them they are playing на разных музыкальных инструментах. And кто-то other instruments на мриданге на разных. Because they are very expert about everything. Они очень опытны в игре. All the kalavidya, art. Они искусны во всех искусствах. Сакхи и Манджари. So they start. И они начали. To make that function very beautiful. Это dance program of Srimati Radharani. Эту танцевальную программу. It was going very nice. Совершенным образом провести. But something happened. Очень замечательно, но кое-что случилось. And Srimati Radharani started to feel Радхарани very shy. Чувство стало Now that blessings came. Стала смущенной. Она смутилась. И сейчас, Now the blessings of Sri Rupa Manjari, what Rupa Manjari, she just blessed to Tulasi Manjari. Сейчас благословение пришло, которое Рупа Манджари дала Радхе Манджари. И здесь Брджендра Башати Стхале описывается. Бивидха Баллаби Шанкуле Твами Барати Мандира. Прочура Кунга Кунджадая.
Рати Манджари, Туласи Манджари. In Braj, there is millions of Manjaris and Sakhis. Во Враджи миллионы Сакхи Манджари. But you know, но ты знаешь, you are really very fortunate. You are really very blessed. Удачливо. Ты очень благословенна. Maybe you are the greatest one. Может быть, ты великая. Amongst all the Manjaris. Среди всех Манджари. That is why. Поэтому. Биласа бхара висмрито пранай мекхала маргане ядадья нижа натхая бражаси натхита кандара. That is why Srimati Radharani look at you. Поэтому Srimati Radharani смотрит на тебя, не на других. For what? И для чего? During her dancing, Srimati Radharani found, forgot ее танцы, her mekhala in the kunja. Она обнаружила свою микхалу в кунже. Что она, that kandara, что она забыла свою микхалу in that cave, в той, where they were, в той пещере, where в которой Radharani она была с Кришной. Was with Krishna. And because of her prideness, и из-за своей гордости она забыла свою Микулу. И Рупа Манджари посмотрел на Шримати Радхарани. She said something only by looking to Рати Манджари, Туласи Манджари. Радхарани взглянул на Туласи Манджари, Рати Манджари. О, Рупа, о, Рати. You are also very expert. Вы также to read очень the mind, опытный. To read everything, вы также опытный Радхарани, в том, why, чтобы only by looking, распознать настроение Шримати Радхарани, только посмотрев, получив, you run to that cave. Заметив ее взгляд, они поняли, что нужно сделать, и они отправились в пещеру. And you brought that Mikhala. И они what Srimati Radharani forgot there. Принесли Микхалу, которую Шримати Радхарани забыла. In their love game. So you brought. And really you are very expert. И действительно. That is why Srimati Radharani loves you so much than anyone. That is why. Because if Srimati Radharani will stop her dancing, поэтому если Srimati Radharani прекратит свой танец, тогда все сакхи, they will start to make fun about that. Начнут подшучивать над ней. All the sakhis will start to make fun. Oh, Radhe, you forgot your mekhala there. And you said that you defeated Krishna. Все саки начнут подшучивать. О, Рады, ты then забыла свою Микхалу. Your как же ты смогла забыть свою Микхалу? So it will be embarrassing for Srimati Radharani. Это будет очень. And you are very expert to manage everything. Это было бы очень. I've seen. You start to dance with Srimati Radharani, and during his dancing, я видел, что ты during your dancing with Srimati Radharani, в течение танца, you just offered that mekhala. Ты одела ловким образом на нее эту mekhala. Perfect place. Ты on her body. Очень ловким манером поместила вновь на Шримати. So эту no mekhala. One recognized. Никто не мог понять, что произошло. Only me. Только я. Hey, Rati. О, Рати. Only me. Только я. Because not only you, I have also that some knowledge. Только у меня есть это знание. I also can read the heart and mind of Srimati Radharani and everything of Srimati Radharani. So when she looks, когда она посмотрела to you, на тебя, I got that. Я понял это. I found that there is no mekhala on her body. Что на тебе нет мекхалы. Krishna also. Кришна также иногда he's trying to do that. Пытается сделать это. Different. That story is coming later. But same. Krishna also trying. We know Krishna trying мы to знаем, serve Krishna Srimati Radharani like Manjari.
Мы знаем, что Кришна пытается служить Шримати Радхарани так же, как Манджари. И однажды это случилось. Шримати Радхарани was dancing. Шримати Радхарани танцевала. With the flute of Krishna. Krishna was playing flute. Под флейту Кришны. Кришна играл на флейте. Шримати Радхарани was dancing. И под эту флейту Шримати Радхарани танцевала. Был прекрасный ритм. Krishna's flute and Srimati Radharani's charana nupura, ankle beat. Играл на флейте. The beat was very perfect. Был такой прекрасный ритм от звуков браслетов, также Шримати Радхарани. Но что внезапно случилось? From Srimati Radharani's один, lotus feet. Один браслет сорвался со стопы Шримати Радхарани. From her lotus feet. So the rhythm. И ритм. When it happened, one ankle bell was not there, so the rhythm. Браслет сорвался. It was broken. Ритм звучания ритма. It's also known as Rasabhasa. Он прервался, изменился. Это известно как Krishna wanted to manage that. Абхаса, и Кришна хотел вернуть этот ритм. He offered his fruit to Vishakha. Хорошее. Vishakha, continue playing. Правильное состояние. И он дал свою флейту Вишаке. Сейчас я хочу танцевать со Шримати. Вишака стала играть на флейте. Actually, she was continuing. She has continued that playing flute. Фактически. And Krishna started to dance with Srimati Radharani. Она стала продолжать играть на флейте. And during his dancing, he placed that ankle bell on the lotus feet of Srimati Radharani. Этого танца он поместил этот браслет на лотосную стопу Шримати Радхарани. No one recognized. Никто не мог понять, что произошло. But. Но. After dancing, everyone recognized. После танца, Ураде. После окончания танца все поняли. Ураде. How it happened? Как это one случилось? One ankle on your lotus feet is как just opposite. С твоей стопы. It was not proper. Как одет. Krishna placed. Почему браслет на твоей стопе одет неправильным образом? So after dancing, everyone knew that. Наоборот одет. Everyone got this. Кришна одел браслет, но он одел его наоборот. Krishna also trying, but Manjari is Manjari. Пытался сделать, но он сделал не так, как Туласи Манджари из Туласи Манджари. Only she can do that. Туласи Манджари, да, Туласи Манджари. Только они могут совершенным образом это делать свое служение. Рупа Манджари. И Рупа Манджари. Now she is blessing. Сейчас. To Рати Манджари. Благословляет Рати Манджари. Рати, ты очень удачлива. You are really very lucky. Ты очень удачлива. That's why Srimati Radharani loves you so much than так любите больше, чем других. Anyone. That's why Srimati Radharani look поэтому at you. Srimati Radharani смотрит на тебя. To bring her mekhala. Чтобы ты бросать на тебя взгляд, чтобы ты on the right position. И поместить. And you did it. Одеть ее вновь. And you did it. И ты сделал это. Hey Rati. О Рати. Hey Tulasi. О Tulasi. Really, you are very expert about the service. Очень. All service. Удачно. Of Srimati Radharani. Во всех видах служения Srimati Radharani. Maybe sometimes. Может быть иногда. Other manjaris. Другие манджари. They have to think about that. What to do? Думаю. How to do? О том, что же сделать. But. Но. All your activities are very spontaneous. You have not to think. Все твои поступки очень спонтанны. Ты совершенно Srimati Radharani want, что бы не захотелось Srimati Radharani, она не говорит sometimes тебе. Not to look at you. Иногда она даже не смотрит на тебя. Before she will look, перед тем, как посмотреть на тебя, you'll do that. Ты уже это делаешь. So, ты уже понимаешь, Tulasi, что нужно сделать. Вот, you are really от Туласи ты в действительности очень удачлива. Поэтому Шримати Радхарани принимает тебя как самую близкую, возлюбленную Манджари. So, Рупа Манджари, Рупа Манджари she blessed Рати Манджари, благословляет Рати Манджари, Туласи Манджари. Now, и сейчас again, вновь as a sadhakadasa, как садхакадаса,
Raghunath Das Goswami, he started Raghunath to remember and offering his Shraddha to some others. Вспоминать и предлагать свою Шрадху. How it is? Как это происходит? Because we know, поскольку мы знаем, at the same time, both mood are appearing. В одно время проявились оба настроения, как Das Goswami и Туласи Мандари. So there is more. To whom Raghunath Das Goswami next he offered his Shraddha. Есть кто-то еще, кому Raghunath Das Goswami предлагает Шрадху, и кого он вспоминает. About them. Who are they? И кто же это? Devotees. Who are they? Преданные. Кто же это? Because the mood is changed. Поскольку настроение изменилось. Now. Сейчас. He is not Rati Manjari or Tulasi Manjari now. Он уже не Рати Манджари. He is Sadhaka Dasa, Raghunath Das Goswami. Mood is changed. So we have to change the day. У него поменялось настроение, поэтому мы должны поменять день для этой темы. Завтра мы продолжим. Но завтра, может быть, there is three three pranam. Three Shraddha is there. Три пранамы, три шрадхи. We'll listen, we'll cover all three. За один день sweet katha, мы опишем эти три шрадхи. We cannot go more. Поскольку за одну so in one day, in one evening, мы не сможем we'll мы do за один день. Вечером мы tomorrow evening, об этом evening, расскажем. Завтра until вечером. Diwali, we can continue our katha. До Дивали мы сможем продолжать нашу катху. The next day of Diwali, Annakut day, Govardhan Puja day, just after Bhoga, после Бхоги, I'll go to Delhi, and next поеду в Дели. The 6th, my flight for Kolkata. Мой самолет 6 числа. So until Diwali, how much we can? В Калькутту. И в день Дивали. It depends on the desire of Srimati Radharani and her manjaris. Это зависит от желания Srimati Radharani. We have to wait for their mercy. Мы должны Krishna, дождаться ее милости. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Now Kirtan.